Министерство по социальной защите и труду разработало производственный календарь на 2016 год. В 2016 году при пятидневной рабочей неделе ожидаются 10-дневные новогодние каникулы с 1 по 10 января. В феврале будем отдыхать 3 дня – с 21 по 23 февраля. В марте предполагается 3-дневный отдых – с 6 по 8 марта. На майские праздники – с 30 апреля по 3 мая и 3 дня на День Победы – с 7 по 9 мая. Рабочими днями при пятидневной рабочей неделе в 2016 году объявлены 16 января, 23 января, 20 февраля и 5 марта. С производственным календарем на 2016 год подробно можно ознакомиться на сайте Минсоцзащиты.